Всем привет, это Сталкер Ем. И как обычно в плейлисте, который я снимаю, мы готовим всевозможную еду. И сейчас я покажу, как готовить мясо в панировке из манки. Для начала мы берем кусок мяса, кладем его на доску. Берем нож так, чтобы он качался в руке. То есть мы его не делаем не вот так вот, а чтобы он падал. Берем и отбиваем вот так вот. Далее вот у нас получилась такая сетка. Мы переворачиваем кусок мяса и отбиваем также вторую половину. Вот получившийся кусок кладем сюда. Что у нас получилось? Берем яйцо, взбиваем в отдельную тарелку. Взбиваем вилку. Затем берем чайную ложку соли. Кладем в манку. Перемешиваем. Перемешали. Мы замешали манку, взбили яйцо, и сейчас мы просто кладем туда все мясо и замешиваем его как тесто там, в яйце. Угу. Замешиваем мясо так, чтобы каждый кусок остался яйцом. Вот мы замешали мясо, и теперь кладем на сковородку сливочное масло. Можно жарить на подсолнечном, но на сливочном вкуснее. Вторая. Теперь обваливаем уже сами. Вот примерно вот так. Кладем, отбейте есть. Обвалим тщательно. Несколько раз. Итак, вот мы их положили жариться, и сейчас мы переворачиваем. Вот уже начал выделяться сок, и мы запечатали это мука в место, чтобы сок не выпаривался. После того, как мы перевернули на обоих сковородках, можно положить туда кусочек масла, примерно половину того, что мы положили изначально. На этой сковородке уже готово, поэтому сейчас я буду снимать кастрюлю. Кладем еще масло. И выкладываем оставшиеся куски. Вот
Итак, мы снимаем со второй скорлупки. Они уже готовы. Итак, настало время снимать последнюю партию. Сейчас проверяем, покрепились они или нет. Да, покрепились. Ой! Ни одно видео не уходит без маленького фейла. Итак, вот что у нас получилось. У нас получилось жареное мясо. Мы его жарили в панировке манго с яйцом. Добавляли туда соль. Мясо свинина. Говядина просто слишком жесткая для этого. Поэтому, что ж, я думаю, что папе понравится любому.